Сейчас можно пофапать в душе. Да ты видел вообще, на что здесь пофапать-то? Тут она же даже сама, ее подруга говорила, плоскожопая, и тут не только плоскожопая на самом деле. Девчонки, черт, развлекаются. Краска до сих пор не отмылась. Ну, конечно, краска. Селфи-макс теперь думала, это так что называется. Повела себя круто, сделав тот снимок. Надо было ей вмазать. Блин, она опять подавлена. Да что с тобой не так? Ё-моё, а? Вот что бывает, когда ты веришь в какое-то несуществующее существо. Позже я тебе все расскажу. Надеюсь, ректор Уэллс обо всем позаботится. Ну, конечно, во френд-зоне. Мы его держим во френд-зоне. Чего только тот снегопад стоит. Кстати, об антиутопиях. Тот кинотеатр устраивает марафон по планете обезьян. Потому что этим парням нужно только одно и то же. Им нужно одно, особенно в этом возрасте. Так, в кинотеатр? Ну, конечно, мы съездим на халяву. Да, это именно то, что мне нужно. Обожаю эти старые фильмы про обезьян. Это было легче, чем я думал. Клёво, скину тебе инфу. Конечно, кидай инфу. Отлично, вот и с парнем надо затусим. Надо сказать, Брук, что теперь я с тобой. За его счет-то, а? Нормально? Мы же друзья с ним. Лучшие друзья просто. Дружим с ним. Это чувак, который любит говорить сленгом, своими бэкфлипами и трайпл-страйками какими-то. Вот совет, кину до травушки-муравушки и выйдет отпадный хиппи-коктейль. Аж ты точно не хиппи. Ты же не за тетрадями, пятерошница. Успеется. Кстати, о товарищах. Я видела, как твой бро Тревор крался из комнаты Даны. Тревор рассказал про их шуры-муры с Даной. Поэма первенства за ним. Ах, у меня сейчас кровь из ушей потечет от его разговоров. Слабимся, Макс. Вот поэтому ты и встречаешься с парнем. Помянешь дьявола? Блин, что за дела на самом деле? Вы посмотрите, сколько здесь дьявольской символики и символики иллюминатов. Мы уже сколько раз спалили этот гребаный треугольник иллюминатов, теперь она еще идет в рубашке Бафомеда, или что там, как у нее этот череп сатаной, или как там, козлиный череп нарисован на нем. Что-то эта игра действительно подозрительна на вот эти все символы. Что это за херня играет? И да, Татьяна, я видел то, что написала. Да, я знаю эту тему. Врежем рок в этой дыре. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка. Ты еще с первым не разобрался. Пошли, супердетка. Нас ждут великие дела. Супердетка. Не вздумай отвечать. Нам пора идти, места обойти. Ну же, пока мать снова не начала. Погнали. Ты глупая, что ли, мне телефон звонит? Ну да. Мне за 5 лет ни одного звонка, а какой-то засыхи, которую ты видишь каждый день, не подождать? В этом вся ты. Так что давай, потрепись, Кейт Марш из Блэквелла. Блин, она меня слушает, она меня бесит. Охренеть, не вы видели, она наехала на меня из-за того, что мне кто-то позвонил по телефону, но это, блин, жесть, вообще какая-то дичь. Я могу просто сказать, типа, такое, алло, и пока, и все. Чё она взъелась на меня из-за какой-то херни? Пошла в жопу, блин. Привет, Кейт. Давай, девчонка, застрели меня. О, господи, да вы скорее... Блин, как у ребенка отнял конфеты. Надо было стоять на своем. Я испугалась. Я не люблю оружие. В смысле надо было стоять на своем? Убить его надо было, что ли? Теперь мой гребаный отчим запрет оставшиеся пистолеты в сейфе. Прости, Хлоя, но я никогда раньше не целилась в человека. Это не круто. Знаю, Макс. Ох уж это честно, Хлоя, а. Я предполагала, что такое может произойти. Постоянно докапывается до меня по какой-то херне. Точнее, все даже не по херне, а наоборот. Идем. Мое секретное убежище сегодня не слишком секретно. Хорошо, что этот придурок свалил. Да и хуй бы с ним, ему нужно. Мы еще, походу, обмочились. Вы посмотрите, что там у нее. Ну, тогда давай расскажу. Перинг? Как будто в другом мире, да? Что такое перинг? Ну, так бы навсегда. У меня, короче, коллега по работе есть, она типа панк. Ну, вернее, она была моей коллегой по работе. Она типа панк, она типа там, у нее нету парней и все такое. И она постоянно выкладывает фотографии на рельсах. Летом у нее есть фотографии на рельсах. Ну, короче, в каждый сезон. Осенью, зимой, весной, в каждый сезон у нее есть фотографии на рельсах, где она лежит такая, типа на них такая, да.
Вот, она максимально уродливая, ну, некрасивая, непривлекательная вообще никакая, потому что она максимально не следит за собой, вот. И мне интересно, она вообще в курсе то, что когда особенно скоростные поезда различные проезжают, как бы всякие вот эти фекалии, они выбрасываются как раз в те места, вот где она там типа лежит, там позирует, фотографируется и так далее. Они просто со скоростью размазываются по земле, со скоростью поезда. И мне всегда было интересно, типа, она вообще в курсе, что она лежит, можно сказать, там кто-то насрал, нассал, а она лежит, фотографируется в этом и считает, что это круто. Ну, хотя она же панк, в принципе, у них это норм. Срочно! Мам, помоги, я застряла! Держись, Хлоя! Застряла? Ты что, не знаешь, что нельзя сувать ноги в стрелки, блин? Тупая ты, а? Погоди, а где она застряла-то? Это поезд! О, черт! Где она там застряла-то? Мама! Вызывай ГИБДД! А, все-таки в стрелке, блин, вот тупая. Объяснила бы что? Иллюминаты, иллюминаты. Торнадо, который сотрёт с лица земли Аркадия Бэй. Кто тут у нас? Смотрите. Дыньки, о боже ты мой. Там просто какой-то пиздец происходит у женской общаги. Это что, правда? Ох, какие они мокренькие, ты дыньки, ох. Я скажу то, что и думал. Самоубийство это грех. Самоубийство грех. И если ты веришь в ад, то ты туда попадешь. Я бля, не хочу, это хуёво. Я плохо ее убедил. Надо было говорить левый вариант. Надо было левый вариант говорить. Да, надо было говорить левый вариант, потому что... Ну, там типа говорится, делай, что делаешь, твоим врагам типа будет от этого херово, а тебе будет типа хорошо. Ну, кстати, Джефферсон же довел ее до слез, вы видели? Он еще и так сказал, прям типа, блин, ты хочешь привлечь к себе внимание, бла-бла-бла. Она явно была не в себе. Как бы, понятное дело то, что она была потрясена вот этими событиями, с этим фильмом, который произошел из-за Нейтана. Но перед самоубийством она ее довел до слез именно Джефферсон. Что мне надо именно рассказать? Наверное, стоит рассказать о последнем, что произошло. То есть не о главном каком-то ее стрессе, а и непосредственно о том, что повлекло ее вот к самоубийству. То есть вот это последнее состояние. Она типа была не в себе, и это не в себе она получила именно из-за Джефферсона, получается. Перестань, Макс. Тут нет твоей руки, вины. Руки убрал от меня. Кейт сама выбрала этот путь. Сама. Не ты. Я протянула свою руку. Хватит. Ты единственная, кто бросился на крышу. Тебе было не плевать. Господи, да какая вообще разница? Если бы людям было не наплевать, все было бы иначе. Ты тут самая лучшая. Нашел время, чтобы подмазываться ко мне. Вселенная настолько огромная, что ничто в этой мире не имеет значения. Сегодня не должно было быть затмения. Я бы знал. Знал. Руки убрал. Куда я ты? Куда тебе, ты руки суешь? После всего случившегося я готова поверить во что угодно.